И о спорте. Победил за 50 секунд и получил контракт с UFC. Дагестанский миксфайтер Алиас Хабхизриев минувшей ночью провел свой 13-й профессиональный поединок. На турнире главы UFC Дана Уайта в Лас-Вегасе боец одолел бразильца Энрике Шиджамото. Хизриев окончил поединок в первом раунде. Он перевел соперника в партер, проведя удушающий прием. Бой завершился спустя 50 секунд после начала. По итогам турнира Дана Уайт наградил дагестанца контрактом с лучшей лигой мира. Напомним, что Алиас Хабхизриев пока в своей карьере не знает горечи поражений. В 2018 году он был временным чемпионом Fight Nights Global.